Праздничные мероприятия в честь 325-й годовщины образования Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества прошли в станице Азовской. По традиции началось мероприятие с праздничного богослужения. Заслуженные награды личному составу районного Северского казачьего общества вручил глава района. Сегодня казачество признано на самом высоком уровне, на уровне президента, на уровне федеральном. И как было гордо смотреть два года подряд, когда казаки шли по Красной площади на День Победы. И наши казаки тоже с нашего района были в этих рядах. Мы все время служили, наши предки служили, и мы продолжаем служить нашей Родине. После официальной части участники и гости переместились на Казачью поляну. Здесь их порадовали своими выступлениями творческие коллективы. Огромное внимание казаки уделяют воспитанию подрастающего поколения. Ребята участвуют во всевозможных мероприятиях, учатся казачьим обычаям и навыкам. На празднике юные казачата показали свое владение искусством фланкировки. Члены Кубанского казачьего войска, как и их предки, во главу угла ставят несение государственной службы. Они делают все возможное, чтобы возродить культуру и традиции казачества.